Добрый день! И следующий у нас тоже баю-баюшки-баю. Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и потащит в лесок под ракитовый кусток. К нам, волчок, не ходи, нашу детку не буди. А тут про веселых мышат. Мыши водят хоровод. На лежанке дремлет кот. Тише, мыши, не шумите, кота Ваську не будите. Вот проснется Васька-кот, разобьет весь хоровод. Смотрите, какие симпатяги мышки. Прыгают на цыпочках тихонечко, чтоб не разбудить кота. А кот спит, нельзя его будить. Всего доброго. Подписывайтесь на канал, заходите в YouTube ко мне на канал. И ставьте большой палец. До свидания.